Всем привет-привет! Сегодня 9 июня, и мы вышли уже под ночь. Время 11:22 с чем-то в продуктовый магазин, потому что мы ходим только под ночь. Чтобы не было народу там много, вот сейчас пойдем в Плазу, в Викторию. На улице почти мало людей. Автобусы еще ходят так. Но мы не ездим на них. Боимся. Ждем светофор свой. Сейчас пойдем купим продукты с вами вместе. Сегодня был длинный и очень насыщенный день. И столько народу сегодня, обвал у нас был вообще. Я уже не знала, на как, это, какой ногой на клавиатуру нажимать, какой рукой на телефон. Потому что, ну вот, как-то гусенько так получилось сегодня. И в четверг, скорее всего, постараюсь немножечко проредить расписание, чтобы выжить. Ну, еще сегодня столько работы магической. Вот, поэтому как не уснуть, не знаю. Как-то. И так пьем по 5-6 чашек кофе в день. Если еще будем пить по 6-7, я не знаю. Еще по ночам. Наверное, я выключу, не переживай, я в курсе. Сейчас до дверей дойду и выключу. Там мужик сидит на входе. Как же он не любит, чтобы мы снимали. Сейчас выключаю. Вот мы опять включились. Тут немножко. Вот видите, все закрыто. Уже потому что ночь, почти поздний вечер. Очень поздний, я бы сказала. Вот. Мы тихонько идем за продуктиками. Посмотрим наши ценнички. Давно не видели вы их. Так, ну что ж, фруктиков нам, наверное, ягодок не оставили. Только виноградик только оставили, но я его не хочу. Почему-то он 109,90 стоит за килограмм. Да? Ну я его... За упаковочку? Вот у нас тут зеленые абрикосы по 149,90. Не подходит мне тоже. Апельсины вялые. Грейпфрут горький. Я его не хочу. Кстати, он стоит 149,90. А апельсины 99,90. А мандарины 179,90. Лимоны тоже не моя пища. Бананы у нас дома есть. Они по 89,90. Яблочек у нас всегда в обилии. Это же Российская Федерация. Есть по 119,90. Да у нас там есть. Этого у нас тоже добра навалом. Огурчики у нас по 99,90. Такие стандартные. Что у нас тут еще? Нам грибочки вот нужны. Смотри, Вов, последняя пачка. Вот эту вот одну возьмем. Угу. Ну-ка, срок годности какой. 8-го, ну вчерашние, нормально. А сколько они стоят? 159? Нет, это вешенки 159. А на эти грибочки даже ценничка нет. Есть на развес по 249, ну. Так, пекинка нам не надо, это нам не надо. Пойдем дальше. Дыню рано кушать, я считаю. Тут почти все опустело тоже. Люди за день разбирают, а потом приходим мы, трусишки. Тут идет у нас перестановочка. Биопродукты, экопродукты выделили в отдельную витрину. Я вот этого еще даже не видела, потому что я редко хожу в магазин. И вот здесь у нас, значит, льняное масло по 169,90. Масло кукурузное по 219. Масло есть льняное по 89,90. И даже морковное по 159 рублей.
Конопляная клетчатка. Вот да, конопляная клетчатка. Я раньше ее ела, она очень хорошо помогает повышать гемоглобин. Вот, 89-90. Тут вот всякие, и кашель льняная, и тыквенная, и амарантовая, и кашель детокс с расторопшей есть. Вот. Вот такую вот сделали красивую витринку. Мне нравится прям. Пойдем. Мы потом что-нибудь, может, и выберем, но сейчас у нас этого всего просто пруд-пруди дом. Просто вот навалом. Здесь хотела вам показать. Вот в Индии есть такой рис, он называется басмати. Сейчас найдем его. Вот. Он стоит 176,90. Ну, вообще у нас много басмати дома. Я хотела про него рассказать. Я думал, ты... Ну, я возьму сейчас его тогда уже. Я просто хотела рассказать про этот рис. Да, мы его сейчас купим. В общем, это рис такой длинненький и очень просто варится. И никогда практически не сваливается, если вы правильно сварили, как на упаковке написано. И он очень-очень вкусный. Очень вкусный. Вот мы взяли грибочки, взяли рис, пошли дальше. Вот здесь, если что-то порекомендовать, то суп. Итальянский с мелкой пастой. Он стоит 193,90. Это очень хороший суп. И вот эти все супы очень замечательные, вегетарианские. И выходит на 2,5, на 2,400 вот литра кастрюля. Большая кастрюля с пакета. И это диетический продукт, с него не поправляешься, ничего. Это просто вот такой вот супчик. И вот это мы покупаем часто. И вот этот тоже. Ну вот мой любимый вот этот итальянский. Очень вкусный суп. А вот кока-колу любит наш ребенок. Ну. Ну нельзя. Вот оливковое масло мы всегда покупаем. Какое ты покупаешь, Владимир Николаевич? Обычно экстра виржин должно быть написано. Вот тут написано, да, экстра виржин. Но, по-моему, последний раз ты не такое брал, мне кажется. Я брал то, что по скидке. Вот, ты брал оливари, по-моему. Вот такое, да? Хорошее масло. Нам нужно масло? Нет, у нас есть. Я тебе сказала. Я просто показываю, что мы берем обычно. Так, детское питание. Вот здесь тоже есть секретик. Вот такой. Соки мы часто берем со скидкой. А еще это вот любимое мое. Содержит очень мало калорий. Вот вода и сок. То есть вкус есть, калорий нет. Практически. И удобно очень. Если вы хотите сок, пейте лучше агушу, вода и сок. Это удобней. Вот мы обычно его набираем. Яблоко, виноград, потому что он слаще всех, конечно же. То есть, ну, кто еще, что тут и вишенка есть, вот, и яблочко просто есть. В общем, это все очень круто. Сегодня скидки, жалко, нет на это. А так мы еще берем вот такие всякие соки. Вот я люблю агуша, яблоко, шиповник. Он идет без добавления сахара, поэтому я его вот сейчас не мягенький только выберу. Я его часто покупаю, вот со скидкой 23,90, считаю нормально. Вот. И вот еще один секретик, есть такие фруктовые кусочки по 99,90 со скидкой. В общем, там 10 конфет, сделанных чисто из фруктов. То есть это просто, ну не знаю, яблочное пюре с персиковым пюре, без добавления сахара. Сделано в такие квадратные конфетки. Вот я их всегда покупаю вместо конфет, чтобы не есть сахар. Очень удобно. Так, ну пойдем дальше. Мясо мы, конечно, не едим. Мы же вегетарианцы, но мой сын ест колбасу, сосиски бывают. То есть мы, бывает, вот такие вот великолукские мясокомбинат берем. Вот они по 119,90. Но сейчас нам не нужно. У меня ребенок сейчас у папы гостит своего. А здесь мы часто берем разные хлопья для ребенка. А для себя я беру хлопья вот такие без сахара.
если они мне вдруг приспичили. Но вообще это бывает очень редко, конечно. Так. Приправы нам пока не нужны. Ну, тут всего навалом гречка, масло вот со скидкой олейна. Растительное сейчас есть. Так, молоко. Мы берем молоко для того, чтобы делать капучино. И самое лучшее, это вот такое молоко. Залесский фермер, 3,2% жирности. Стоит оно сейчас... 49 рублей. Это оно, да, 49,90, реально. Это здорово, потому что раньше мы брали по 106 рублей какое-то молоко. А сейчас вообще, получается, за копейки берем. 3,2 я забрал. Ну, хорошо пока. 4 же взял, упаковки хватит. 5. Но мы всегда берем много молока, чтобы делать капучино и не мучиться, не бегать. То есть для нас это важно. Да, раньше мы брали вот такое молоко, простоквашино. Сейчас оно по акции. И оно какое-то время было очень дорогое прям. Но нам нужно было 3,2%, потому что... Ну и 2,5% мы тоже потом брали, когда уже оно кончилось, с прилавков ушло. Потом брали домик в деревне вот такой. Это все неплохое молоко. Его можно покупать, его можно взбивать. Оно делается в крутую пену. Тут, значит, вот любимое всего из этого, это творожные сырки. Вот такие вот, они тоже очень классные, но они с сахаром, конечно. Вот, но сейчас нету нормальным сроком годности. Чтобы... Так, моцарелка. Мы часто едим вот такой сыр, моцарелла. Итальянский сыр, там 100 грамм сыра, такой шарик. Нарезаем его и ломтиками, очень вкусно, такой диетический продукт. И стоит такой продукт 99,90 по акции. Вот. Простой сыр мы пока, наверное, Вов, брать не будем. Вот тут вот есть из вкусняшек, которые более-менее лайтовые, вот такие штучки. В общем, это Нежинская молочная фабрика. Ну, у кого, может, в городе другая есть. Это Калининградская чисто, конечно. Вот такой десерт молочный. Ириска. Вот ириска, миндальный, ванильный и шоколадный. Они все очень крутые. И, по крайней мере, вы не шоколадку съедите, если уж на то пошло. Будете, если есть такой десерт. Вот, ну я возьму. Потому что у нас его любят. И почитают. Поэтому надо брать. Надо брать. Так, и йогурты. Вот сейчас, смотрите, Активия по акции по 29,90. Значит, надо брать. Потому что до этого Активия была по 45 рублей. И то есть мы уже потом такие покупали. Потом говорю: Владимир Николаевич, а ты почем берешь Активию? По 45 рублей. Возьми этот персик. Конечно, я возьму. Я просто еще не успеваю пока. Давай срок годности. До 3 июля можно брать. Вот такой вот очень вкусный персик, киноа и личи. Это вот очень вкусный йогурт. Прям, ну вот, классный. Ну и черника, конечно, с лен, черника и 5 злаков тоже классный. Так, идем дальше. Эти мы берем только ребенку. Вот такие всякие творожки. Но сейчас нам не надо, вот допустим. Но он любит есть их, конечно. Но вот если вы хотите очень сильно что-то сладкое, шоколадку там, лучше съешьте какой-то молочный десерт или творожный сырок. Это вы, по крайней мере, минимизируете свои калории. Мороженое пока нам не надо. Хлеб мы не едим практически, у нас полная его морозилка. Так, пирожки не надо, это ничего не надо, конфеты не надо, чай. Нам нужен чай. Мы недавно купили кофе. Мы покупаем кофе только Lavazza Oro, всегда. Стоит 399 рублей и итальяно, вот этот эспрессо в черной упаковке, это очень крутой кофе.
по 424 рубля. Молотый. Вот тоже клаб. Ну да, клаб. Вот. Тоже очень хороший кофе. Вот этот. 449 рублей. Но мы смотрим скидки, когда. Другой кофе можно не покупать, в принципе. Ну, не знаю, вот мы перепробовали, мы считаем, что Лавацца это лучший кофе, конечно. Смотрим скидки частенько, да. Чай. Заварку редко покупаем, заварки полно, нам надарили. Из Индии, кстати. Спасибо, Маша. Мы берем часто чай Ричард. Он неплохой по качеству. И заваривается очень быстро. Только вот я смотрю, тут есть розмарин. Может попробовать? Или... Смотри, я свой виноградный. Ну, тимьян и розмарин, я считаю, надо попробовать. Ну, давай. Так, и вот этот вот виноградный чай Изабеллы Грейп Кёртис. Очень крутой чай. Реально, он очень вкусный. Попробуйте. Стоит такой чай 119,90 у нас. А, Ричард, вы уже увидели, по 99,90. Так, обилие конфет мы не смотрим. Нам не надо. Минералки, да, минералка. Иногда любим пить обильно минеральную воду. Но не минеральную с минералами, а просто питьевую газированную. Почему? Потому что минералка, она для лечебной цели используется. То есть, если вы берете минералку, пейте стаканчик. А если вам надо пить, пейте просто газированную воду. Это разные вещи. Так. Ты обычно же, по-моему, брал святой источник, нет? Газированная. Святой источник газированная, нет? Акваминерали. А, акваминерали? Ну, бери, так она же... Она же со скидкой по 39,90. Вот, газированную бери, акваминерали, супер. Так. А вообще, конечно, мы бы очень с удовольствием пили все время только газировку, вы знаете. Вообще с большим, особенно Coca-Cola ванила. Она потрясающая, но здоровье не позволяет уже. А еще фанта. Самая вкусная фанта вот эта. Мангуава, мангоденс. И... Ну, вот эта синяя тоже неплохая, конечно, цитрус. Что? Такой напиток. А это напиток именно? Негазированный вкус персика. Ты знаешь, я не думаю, что это хороший напиток. Честно. Это какой-то концентрат, Вов. Да, там, конечно. Если хочешь сок, вот мы там гушу взяли, и вот тут вот еще соки есть. Пойдем? Или если хочешь, тогда возьми газировку. Фанту. Вот есть по 59 как раз акция. В прошлый раз у меня ребенок выпил фанта груша, я ее так и не попробовал. Вот манго есть, фанта манго. Вот. Мангуава. Ну, это же манго дэнс. Да. Ну. Давай попробуем. Хорошо, только надо... А, она в больших нету. Тогда две бутылки возьми. Сегодня уж, конечно, мы ее не будем пить, но в какой-нибудь случай. Так. Видите, вот мы опять нарушаем свой организм. Так. Лейс из печи. Интересно. Сметана и ароматная трава. Никогда такие не пробовала. 125,90 стоят такие чипсы. Ну, сейчас чипсы точно не буду. Хотя вот такие мы грешники, видите, мы ходили. Ой, у нас вот эта диета. Ой, у нас вот это. И все равно мы взяли фанту. Класс вообще. Так, что нам нужно из биохимических товаров? М? Вспоминай. Санокс. Так, ставь его так, чтобы он продукты не задевал, пожалуйста. Мы всегда пользуемся Санаксом, потому что он лучше всего моет.
А вот эти кидаем в унитаз, чтобы вода была синяя или зеленая. Нравится нам синяя или зеленая вода обязательно, чтобы... Так. Конфетки. Вот такие для собаки мы берем, чтобы он чистил зубки. Куча акций. Все эти акции своими низкими ценами манят нас. Что, все? Купили? Кстати, колготочки, колготочки. Ну-ка, ну-ка. Мне нужны колготочки. 20 ден не подходят. Перчатки? Для покупки. Очень, ну давай возьмем, конечно. Так, сколько они стоят, такие перчатки? 199. А это не такие перчатки, вот которые мы синие купили там? Нет. Тоненькие? Ну тогда давай возьмем. Одну? 199, да, возьмем одну пока. Попробуем. Посмотрим, как они будут. Я хочу колготочки посмотреть. Так, вот здесь Golden Lady. Да, что-то прям куча такая людей вообще. Вот есть Омса. Ты иди на кассу. Вот, возьму колготки по 300 рублей. Ой. Вот, кладу колготки бежевые. Видите, вот такая касса здесь, самообслуживание. И сейчас Владимир Николаевич все будет отбивать, все товары пикать. Потом пикать будет карту скидок. И пакеты еще нужны обязательно. Вот пакеты висят. Что-то народу много, я, наверное... Ты отбивай тогда, я пойду, выйду. Да. Все. Вот он у меня идет. С пакетами. И с рюкзаком. Тебе помочь? Нет. Пойдем тогда. Обычно больше берем фрукты, овощи. Это как нет необходимости. Сегодня у нас сплошные коробки, очень тяжелые. Тяжесть. Ты, получается, в отдельный пакет химтовары положил, да? Смотрю, тоненький пакетик есть. Я химию. Ну все, друзья. Много времени на распасовке. Кучу набрали. Все там у нас по чеку получилось, хотела рассказать людям. 2500, но это со скидкой. У нас как-то были бескидочные соки. Ну там немножко было, конечно. Санекс. Ну 2500, в общем, вышла наша сегодняшняя покупка. Да. Вот так, друзья. Молоко, в принципе, мы пошли домой. Всем пока.